Добро пожаловать в церковь «Новое начало». Я очень рад, что ты присоединился к нам, и вместе с нами ты будешь славить Бога, молиться. Я хочу немножко рассказать о тех возможностях, которые есть на этой платформе. Первая вещь – это вот прямо внизу, под этим видео, есть графа, в которой ты можешь написать свою нужду, и мы будем молиться за тебя. Следующее – с этой стороны ты можешь увидеть, что там есть чат, там есть возможность посмотреть конспект проповеди. Поэтому присоединяйся к нам и пользуйся всем тем, что у нас есть. Мы хотим служить тебе, мы хотим, чтобы ты был вместе с нами. Пусть Бог благословит тебя. Thank you.
Аллилуйя! Мир тебе, дорогой друг! Очень приятно, что ты присоединился. Мы вместе можем опять поклоняться и молиться Господу. Я знаю, что наступила зима, может быть, у тебя уже снега много, может быть, уже морозы где-то. Но самая хорошая новость в том, что любовь Божья, она согревает наши сердца, и мы можем чувствовать теплоту и любовь в присутствии Господня. Хочу сказать такую мысль. Мы недавно отправили большую партию посылок в Украину, в детские дома, приюты. И верим в то, что вот в течение декабря, в начале января, много очень людей или деток, до 1000 человек, мы верим, что получат подарки. Подарки на Рождество. И хотелось бы вместе с тобой молиться, чтобы каждый подарочек, который получат эти детки, они могли это получить с любовью, почувствовать любовь нашего Господа Иисуса Христа и заботу о том, что есть у них Отец Небесный, который заботится о них. Хочу тебе сказать, что Господь заботится о каждом из нас, не только о детях, сиротах, о тебе, о твоих нуждах. И Он хочет помогать тебе в твоих нуждах. И я верю в то, что сейчас Господь может услышать твою молитву о какой бы ни было нужде в твоей жизни. Давай сейчас помолимся. Помолимся, чтобы Господь услышал тебя, услышал твою молитву. И вместе с тобой мы помолимся за тебя, чтобы Божье присутствие было в твоей жизни, и Господь ответил на твою нужду. Какая бы ни была нужда, просто сейчас обратись к Господу. Можешь поднять руки, можешь закрыть глаза и сказать: «Господь», и расскажи Ему то, что у тебя на сердце. И я помолюсь вместе с тобой. Я верю в то, что Господь сейчас ответит. И для тебя тоже этот зимний день будет теплым, потому что он будет согреваться любовью Господней. Дорогой Господь, молю тебя прямо сейчас за друга моего, который смотрит. Ты знаешь все, что происходит в него в жизни, потому что ты знаешь нас. Прямо сейчас молю тебя за него. Господь, приди миром твоим, устройством, благодатью и благословением твоим. Господи, если он нуждается в исцелении, прямо сейчас я провозглашаю исцеление, милость и мир твой. Господи, да будет положена твоя пронзенная рука, в ранах которых есть исцеление для него. Исцели, благослови. Если молятся о семье, о детях, о супругах, Господи, выйди навстречу, и да будет явлена милость твоя. Финансово, работы, Господи, все те, кто молится об этом, обеспечь. Дай милость твою, пошли хлеб насущный в жизнь каждого из тех моих друзей, которые сейчас молятся к тебе вместе со мной. Господи, я благословляю и благодарю тебя за твое благословение. Слава тебе за все. Аминь. Хочу сегодня поделиться с тобой важной мыслью. Мы осень собирали плоды, жатва, урожай. Что важно сегодня, чтобы принести много плода? Один интересный эпизод случился у меня дома с одним из моих деревьев. Я хочу об этом поделиться. И Господь проговорил ко мне, как сегодня жить, чтобы принести много плода. Я знаю, что Господь предназначил тебе принести в жизни твоей очень много плода. Готов ты к этому? Если да, открывай Писание, открывай Слово Божье, будем изучать его Писание вместе. Я хочу говорить о корнях. I want to talk about roots. Знаете, у меня дома есть ель, елка такая. And at home I have a pine tree. Она как обычная елка, но она не совсем. Я сделал фотографию. Вот это ель. It's not a typical pine tree, but I don't know what it's called. Ну, короче, вот это дерево. This tree. Рядом был куст. And near it was a brush. И мне не нравился этот куст, и я его решил выкорчевать. I didn't like this bush, so I decided to uproot it. Реально его срезал и начал его выкорчевывать с корнями. And I cut it down and decided to uproot it with all the roots. И корни этого куста вместе с этим деревом, они очень сильно переплелись. But the roots of this bush were really intertwined with that other tree. И очень сильно много этой лопатой я просто резал эти корни, просто
убивал корни. And I was just killing those roots with that shovel. И вытащил, я понял, что там корни были этого дерева. When I pulled it out, I noticed that I had also the roots of the other tree that I didn't want to uproot. Ну, короче говоря, вместе с кустом ушли корни этого дерева. And with that bush, the other roots came out. Через некоторое время я начал обращать внимание, что это дерево внутри стало желтеть. And then I noticed in a few moments that that tree started to wither away. Может быть, через несколько там недель, месяц уже прошло, там два месяца, смотрю, внутри стало как-то желтеть, сухое дерево внутри становится. Maybe a couple of months down the road, I noticed that the tree started to dry up. И я начал переживать, думаю, а что ж дерево становится хуже? And I started worrying, man, why is that tree becoming worse? И я вспомнил, что вот я тогда нарушил, рубил много корней этого дерева. And I remembered that I have chopped down so many roots of that tree. И Бог начал ко мне говорить. And God started to speak to me through that. В жизни каждого человека есть вот невидимая эта жизнь. And in the life of everyone, we have a life that is not seen. И вот это от этой невидимой жизни зависит, насколько зеленые будут наши листья, насколько много будет плода на этих деревьях. And from that life that is on sea, it relies on what kind of life we're gonna have, and if the tree is gonna be plentiful and green. Не знаю, или я старею, или я взрослею, но я все больше и больше прихожу к выводу, что все то, что происходит под землей, невидимые вещи, за закрытой комнатой, в тайне, играет огромнейшую роль в жизни человека. And more and more, maybe because I'm getting old, I notice that everything that is unseen under the ground or in a private room has so much to do with our real life. Вы знаете, эта елка, ее можно украсить там красивыми этими игрушками на Рождество. Будет красивая елка. You can put like decoration on that tree. И может быть действительно красивая елка, но внутри она уже начала сохнуть. And really, it could look good, but on the inside, it already started to dry. И я понял, что в жизни человека мы можем красиво одеться, мы можем красиво причесаться, мы можем елочка как показать игрушечки разные. Но что происходит внутри нас, вот это самое важное. And in our life, we could dress up, get a good hairdo, but what's in the inside is the most important. И я понял, что если корень будет в порядке, I notice if the root is going to be all right, тогда все остальное будет в порядке. That means everything else will be just fine. Поэтому сегодня вот в праздник благодарения, жатвы, Господь положил мне на сердце сказать: друзья, церковь, если хотите принести много плода в своей жизни, позаботьтесь о корнях. And today, in this Thanksgiving day, in this harvest that I want to preach about, I want to say that take care of your root. И сегодня хочу говорить о таких трех главных корнях. And today I want to talk about three different types of roots. Давайте откроем послание к Колоссянам, вторую главу, и прочитаем несколько стихов здесь. Let's open Colossians 2:6. Если корень будет в порядке, if the root is going to be all right, значит, все остальное будет в порядке. Then everything else will be just fine. И с 6 стиха мы читаем такие слова. In the 6th verse we read, поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. То есть вот такое место. This is the verse. Прежде всего, какой главный корень должен быть у нас? First of all, which is the main root that is supposed to be in our life? Каждый христианин, если он укоренен в Иисусе Христе, every Christian who is rooted in Jesus Christ, в его жизни будет сок жизнь Иисуса Христа. And in his life there will be life and juices of Jesus Christ. Он говорил, так как вы приняли Иисуса Христа, это не конец. And he's saying, as you have received Jesus Christ, that is not the end. Кто из вас принял Иисуса Христа в свое сердце? Who has received Jesus Christ in their life? И он говорит, это только начало. And he's saying, that is just the beginning. Теперь вот этот корешочек нужно, чтобы он начал расти. And now that root has to grow. И он здесь говорит, будучи укоренены и утверждены в Нем. And he's saying that being rooted in him.
То есть Библия говорит, что все, что нам надо, есть в Иисусе Христе. Bible says that everything that we need, Jesus is in Jesus Christ. Прошлое воскресенье я вообще, помните, проповедовал о том, что вся наша жизнь, весь видимый мир был сотворен ради Христа и ради того, чтобы мы в Нем были церковью невесты Христа. And remember last Sunday I preached about that all this world was created for Him. То есть все в жизни реально может быть на месте или в порядке, если люди поймут эту идею. Все через Иисуса Христа. Everything will be fine in your life if we understand the fact that in Christ we have everything. И кто нашел этот корень, ему больше никакой корень другой не надо искать. And who has found that root, he no longer has to root, look for any other roots in his life. Ну хорошо, как сегодня укорениться в Иисусе Христе? And how can I be enrooted in Christ Jesus? Может быть, кто-то скажет: пастор, ну хорошо, ты говоришь. Maybe someone will say, yeah, pastor, you preach all right. А как мне укорениться? But how can I root in Christ? Вот две вещи, простые вещи. Two things, they're really simple. Кто укоренился в Слово Божье, тот укоренился в Иисусе Христе. Who has rooted in the Bible, he is rooted in Christ Jesus. Вот всего лишь так просто. It is that simple. Кто пустил корни в Слове Господнем, в том Иисус больше отражается. Who rooted himself in the Bible, Christ shines more in that life. Знаете, я заметил в жизни, люди, которые читают Библию каждый день, постоянно, у них в жизни как-то все происходит лучше. And I noticed people that read the Bible every day, something happens in their life, and their life is good. И когда ты общаешься с таким человеком, ты видишь, что у него жизнь полна соков, интересная такая, у него все хорошо в жизни. And when you fellowship with that person, you notice that his life is fulfilling, everything is fine. И когда ты у него спрашиваешь, а что у тебя в жизни происходит? And then you ask him, what's going on in your life? Он говорит, ничего особенного, просто каждый день читаю Библию. He's saying, it's nothing special, I just every day read the Bible. И когда ты встречаешь таких людей, вот посмотрите, людей, которые в жизни наслаждаются жизнью, у них более-менее все нормально, Бог устраивает порядок во всех сферах. Эти люди, скорее всего, читают Библию каждый день. And when you fellowship with those people and you notice that everything is going fine and good in their life, more than likely their life is rooted in the Bible and they read the Word of God. Второе, как мы можем укорениться в Иисусе Христе. And then number two, how we can root in Jesus Christ. Простая вещь. It's simple. Это молитва. It's prayer. Вы знаете, что сам Иисус Христос проводил столько много времени в молитве? Jesus Christ himself spent so much time in prayer. Просто обычная молитва. Just a simple day-to-day prayer. Вы знаете, мы иногда можем совмещать некоторые вещи, так, пение, молитва. And sometimes we can unite prayer and singing, prayer and singing. И я вижу тенденцию у некоторых людей, иногда они поют больше, чем молятся. And I see a tendency in people that they sing more than they pray. И потом в какой-то момент они вообще перестают молиться. And at some point they stop praying. Поэтому сегодня хотелось бы, чтобы мы, каждый из нас, мы могли больше молиться. And today I'd like us to learn to pray more. Если ты научишься молиться, я знаю, что Господь будет с тобою. And I know that if you learn how to pray, I know that God will be with you. Если Иисус проводил много времени в молитве, if Jesus spent so much time in prayer, просто нам нужно начинать много молиться. We just need to start and pray. Церковь, кто из вас согласен со мной? Who agrees with me, church? Вот просто такие вещи. Я знаю, что мы все это знаем, но как напоминание, вот это те корни. And вот так мы можем углубиться в Иисусе Христе. I know for a fact that everybody knows this, but I'm just trying to encourage you guys, just like these roots. И посмотрите на людей, которые постоянно молятся, постоянно читают Библию. У них в жизни достаточно все стабильно. And then if you see people that always pray, always read the Word, their life has a consistency and everything is stable. Я знаю, что в жизни многих из вас именно так и происходит. And I know that in lives of every one of us, it truly с многими из вас я разговариваю, некоторые из вас говорят, да, мы молимся, мы много постимся, мы читаем Слово Господне, в таких, ну, мы не хотим об этом никому говорить. And I talk to many of you guys, and you guys fast, and you pray, and I just don't want to blur your name out right now.
Слава нашему Господу. Praise be to our God. И ты видишь, что в жизни таких людей достаточно все стабильно. And you see in those lives, those people's lives, their life is pretty much stable. Знаете, есть еще один корень в жизни человека. And there is also another root in the life of a person. Я вижу финансовый корень или финансы в жизни многих людей являются таким важным фактором. And I know that in lives of people, finances is a very important factor. Например, не все так ладится иногда у некоторых на работе. У других людей достаточно все хорошо и благословенно на работе. И мы с вами проводим достаточно много времени, зарабатывая деньги, финансы. And we literally spend so much time to get those finances. Интересно то, что мы будем иметь с вами, зависит, знаете, от чего? Interesting the fact that whatever we're going to have in the end is a reflection, you know what, of what? Бог однажды сказал, если ты научишься правильно распоряжаться своими финансами, я запрещу пожирающим уничтожать у тебя твой урожай. And Bible, Jesus, God said that if you're going to be manage your finances correctly, I will not let the people to rob you. То есть, другими словами, он говорит, все то, что мы с вами имеем, зависит от того, как мы распоряжаемся нашими финансами. He's saying, in other words, that whatever we have is a reflection on how we manage our finances. Некоторые писания говорят, некоторые работают для дырявого кошелька. And Bible says that others work for a their wallet that is. Иногда Бог говорил, что вы работаете, собираете, а я возьму все, размету. And God said, you continue working, but I will take it all. То есть вот этот корень очень важный в жизни нашей. And that root is a very important root in our life. Я вижу, что это механизм, который как-то Бог вот вложил в каждого из нас. And I notice that is the mechanism that God put on the inside of us. Он говорит, вот тебе сокровище, вот тебе день, как ты будешь распоряжаться? And he's saying, this is money, this is the wealth, how are you going to manage it? И те люди, которые научились правильно работать с десятинами, со всем остальным 90%, в тех в жизни как-то все получается иначе. And those people that know how to use their tithe, give their tithe, the 90% goes much better. И второй корень, вот это именно финансы, наша десятина. И сам Малахия говорит, сам Бог через Малахия говорит, испытайте меня. Я могу открыть окна, и я могу закрыть их. Вы испытайте меня. And Malachi says, test me, God says through him. Test me, and I will open the heavens. И он говорит, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня. Не открою ли я для вас отверстия небесные? И не залью ли на вас благословения до избытка? То есть здесь он говорит, я могу излить. And до избытка мое благословение. And God's saying that I can pour out my blessings. Но я хочу знать, как ты будешь распоряжаться с тем, что у тебя есть. But I need to know how you're going to manage what you have. И вот этот корень, один из корней, о которых я говорю, это наши финансы. And that one of the roots that I'm talking about is our finances. Пусть Господь тебя благословит, чтобы ты мог понимать, что вот этот корень, он может либо открыть окна небесные, либо закрыть. And I need all of us to understand that this root could actually either open the heavens or close the heavens. Когда мы говорим о корнях, что это такое в нашей повседневной жизни? And when we talk about roots, what is it in our daily life? Где на что такое наши корни? And what is it? What are roots in our life? В Марка в 4 главе там записано о 4 почвах. And in Mark it talks about four. И он говорит, что семя одно было посеяно, и оно упало на почву и пустило корни. And he's saying that the seed that fell on the ground and it gave roots. То есть корень уже был. The root was there. Но корень был маленький. But the root was small. И потом написано, что оно засохло. And then it says that it withered away. А потом в 17 стихе объясняется, что это за корень. And in 17th verse it talks about what this root is. Оно засохло, потому что не имело корня, потому что оно было непостоянным.
And it withered away because it didn't have a root and it was not consistent. Друзья, церковь, послушайте, что такое корни? What is a root, church? Listen up. Корень. A root. Это то, что мы делаем постоянно. It is something that we do constantly. Скажите вместе со мной это слово. Постоянство. Say, repeat after me. Constantly. Постоянство. Constantly. Вот он говорит, что корень был маленький, потому что не было постоянства. He's saying that the root was small because he didn't have consistency in his life. Если бы он был побольше, то там было бы постоянство. And if he, if the root was bigger, then there would be consistency. То есть, другими словами, in other words, Господь вот говорит через апостола Павла, укоренитесь в Иисусе Христе. And Jesus talks through Apostle Paul, he said, root into Jesus Christ. То есть, другими словами, будьте постоянны в молитве, в чтении Слова, Господь. Постоянны. In other words, be consistent in reading the Word of God and praying. Еще раз хочу сказать, люди, те, которые в постоянстве живут, я вижу реальный успех. Из-за того, что они просто вот такое слово тупо делает все постоянно. And literally, I want to point out once again that those people that are blessed in life, they are literally crazily doing everything consistently. Просто постоянно. Вот у меня время, мне нужно молиться, мне время, мне нужно читать Слово Божье. Вот у меня все постоянно, постоянство. And literally, they're saying, this is my time where I worship God, where I read the Bible, and they're constant in their life. И вот корень первый – это во Христе Иисусе быть постоянным. And this first root, being constant in Christ Jesus. В финансах наших быть постоянным. In finances, be consistent. И третий корень об этом написано в Псалме – это быть посаженным в Доме Божьем. And in Psalms 92, it talks about being rooted in the house of the Lord. Я как-то проповедовал несколько месяцев назад подобную проповедь о Доме Божьем. And literally I preached about a similar topic about the house of the Lord. В Псалме написано так: насаженные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. То есть, он говорит, вот секрет. He's saying this is a secret. Вот простой секрет. It's a simple secret. Как быть в старости плодовитым, сочным, как иметь много зелени и плодов. How to flourish when you're old and have so much fruit in life. Он говорит, вот пусти корни в Доме Божьем. He's saying, root your roots in house of the Lord. Я все больше и больше прихожу к выводу, что вот то, что происходит здесь среди нас, это тайна, это таинство. And I'm also encouraged, and I see that more and more, that whatever happens here is a mystery. Иногда мы думаем, ну что там, детки вышли, попели. And we're looking, oh, what is this? Kids, they're just singing. Я вам хочу сказать, они садятся, родители их садятся в Доме Божьем, они между собой варятся, что-то происходит, Бог через друг друга каким-то образом нас взращивает. And what is it like kids singing? What does it mean? Where kids are always in the house of the Lord and God unites us together and he makes us flourish. Иногда мы думаем, ну что там, мужской выезд, там мужской ретрит. And we're thinking, what is it, a man's retreat? Я вам хочу сказать, когда мы выезжаем, каждый взгляд друг друга, он что-то производит. Каждое слово, оно что-то производит. Каждая молитва, она что-то происходит. Это тайна, которую мы даже до конца не понимаем. What is this? We're going out. Well, every single look, every single word is a mystery that does something in our life. И я вижу те люди, которые сказали, все, мы будем постоянны в Доме Божьем. Я вижу, что там приходит стабильность. Вижу, как там приходит рост, развитие и устройство во всех сферах. Сегодня вот Писание нас призывает, вот подойди к Иисусу. And the Bible is calling up to us and saying, come forth. Прикоснись к Нему. Touch His. Впусти Его в свою жизнь. Let Him into your life. И ты будешь чувствовать, как сила сходит с Него к тебе. And you will feel that the power is coming down inside of you. И ты будешь чувствовать, вау, что-то обновляется в жизни моей. And you're going to notice that you're renewed in your life. Потому что все, что нам нужно, есть в Иисусе Христе. Because absolutely everything that we need is in Christ Jesus. Слава нашему Господу. Praise be to our God.
это реально происходит вот сейчас, в такие моменты, когда мы говорим: Господь, я пускаю корень в Тебе. And that is literally what is happening when we're saying, God, I want to put my roots in You. И вот этот Колоссянам, когда он говорил место, чтобы укорениться, утвердиться в нем, чтобы были укреплены в вере. And when Colossians, he says, when we need to be rooted, so we will be encouraged in faith. То есть укорениться в вере возможно только через Иисуса Христа. To be established in faith can only happen through Jesus. И потом говорит, вот этой вере ты еще можешь потом преуспевать в ней с благодарением. And with that faith you could be abundant with thanksgiving. Hallelujah, слава нашему Господу. Praise be to our God. Я хочу преуспевать с Господом в благодарении. I want to be abundant in thanksgiving. Сегодня я благодарю Господа за то, что Он есть у нас. I want to praise our, thank our God that we have Him. То, что Он создал свою церковь, мы можем пустить корни в этой церкви. That He has created His church and we can uproot in it. Что мы можем жить в Господе. And so that we could live with Christ. И с Господом мы можем быть победителями. And with Christ Jesus we can be winners and victors in our life. Amen, церковь. Amen, давайте встанем для молитвы. Я верю в то, что Господь говорил к тебе, и семя Божье было посеяно в твое сердце. И я верю, что это семя принесет большой плод для Царствия Божьего и в твоей собственной жизни. Сейчас хочу просто помолиться тебе, чтобы Господь благословил тебя способностью принести много плода, чтобы корни твои были крепкие, чтобы ты мог прославить Господа в твоей собственной жизни. Давай помолимся. Просто закрой глаза и просто помолимся. Отец Небесный, молю Тебя за друга моего, который вместе со мной изучал Слово Твое только что, сейчас. Господи, я призываю Твое благословение в его жизнь. Пусть, Господи, плод в его жизни, он пребывает, растет и умножается для Царствия Твоего, во славу Твою. Я знаю, Господи, то, что Ты хочешь, чтобы каждый из нас принес много плода. Господи, благослови друга моего, сестру, брата, который слушает, смотрит сейчас, чтобы он принес много плода для Царствия Твоего. Аминь. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Если ты смотрел, ты думаешь, о каком они плоде говорят, о каком они дереве говорят, вообще, о чем они вообще говорят? У меня своя жизнь. Хочу тебе сказать, что твоя жизнь – это не твоя жизнь. И твоя жизнь будет иметь намного больше смысла, если ты свою жизнь посвятишь Господу, Иисусу Христу. Как ты это можешь сделать? Ты можешь сказать: Господь, войди в мою жизнь. Я хочу, чтобы ты вошел в меня, в мою жизнь, в мое сердце. Простил мой грех, я хочу посвятить жизнь тебе. Если ты скажешь такие слова, я верю в то, что в этот момент что-то произойдет невидимое, невероятное, которое повлияет на весь, на всю твою жизнь, на весь остаток твоей жизни. И твоя жизнь будет совершенно в новом ракурсе. Веришь ли ты в это? Я хочу тебе сказать, попробуй, вкуси, попробуй, помолись вместе со мной, но искренне, и Господь войдет в твою жизнь. Готов ты это сделать? Если да, просто повтори эту молитву вместе со мной. Дорогой Господь, я не знаю Тебя в полноте. Я слышал о Тебе, но сегодня я принимаю решение жить для Тебя. Войди в мое сердце. Прости мой грех. Я хочу всю свою жизнь посвятить Тебе. Будь господином моей жизни. Я буду служить Тебе всю свою жизнь. Прости, мой грех. Я люблю тебя, мой Бог. Аминь. Если ты эту молитву вместе со мной, я тебя поздравляю. Что-то произошло, ангелы вокруг ликуют, потому что они радуются, когда человек приходит к Богу и впускает Иисуса Христа в свою собственную жизнь. Поэтому, не знаю, ты увидел ангела вокруг себя или нет, но ангелы точно ликуют, когда люди молятся такой молитвой. Я рад, что ты был сегодня вместе с нами.
хочу тебе сказать, присоединяйся каждую неделю. Давай вместе расти, развиваться, продолжайте нам писать, продолжайте присылать свои нужды, вопросы. Мы готовы вместе с вами жить и развиваться для Господа. Мы любим вас и благословим. Увидимся на следующей неделе.